Всем привет. Итак, друзья, не стал я сливать борду, вот эту мелассовую, а вылил ее обратно в бочку, добавил воды до объема 40 литров, добавил туда 11 килограмм сахара, и сейчас вот запущу вот таких вот змей, они должны все это дело съесть. Ну и посмотрим потом в конечном итоге, какой продукт получится и как он будет отличаться от, так скажем, оригинала, который изначально был выгнан из этой борды, из этой браги. Всем привет! Итак, друзья, сегодня я решил перегнать брагу, которую я ставил на отработанной мелассе с сахаром. По итогу отобрал я почти 600 мл голов. Вот сейчас я доберу. В принципе, запах уже идет хороший. Но вначале головы шли, прям такой запах, ароматика такая бешеная. Похож, вот как кто пробовал, Old Monk, 7-летний, вот, который вот продается у нас в России. Вот, вот типа того. Ну, я пробовал не который из России, мне товарищ привозил с Индии непосредственно. Вот, 7-летний. Вот он похож, прям вот головы похожи были вот на этот напиток от Old Monk. Все, сейчас я перевожу на отбор тела, отберу тело и потом скажу, сколько у меня получилось тела, разбавлю его и сравню с ароматикой изначального сырья, то есть из мелассы какой был. Ну и приготовил щепу, оставлю настаиваться 5 литров, отолью, буду настаивать на щепе потом, чтобы сравнить. Все, перевел я на отбор тела. Кстати, отобрал я в итоге 20 литров спирта сырца общей крепостью 36%. Все, сейчас попугайчик вот запустили мы спиртомер, поднимется, посмотрим, отрегулируем тело, будем брать тело. Все, друзья, закончил я погон, получилось у меня 4 литра спирта общей крепостью 93, ну там с поправкой на температуру примерно 94%. Вот первую двушку, которую я выгнал, я сразу разбавил в сильно обжаренной щепе. Вот она уже как изменила цвет, пока гнал. Вот. Но остальную двушку я разведу и поставлю на бруски. Чем я хочу сказать, запах ромовый есть. По вкусу пока сказать ничего не могу. Но запах присутствует, довольно приятный, ромовый, такой мелассовый. Ну, в принципе, результатом я доволен. А там дегустация покажет.